один мужчина на отдыхе запускал квадрокоптер. Погода стояла ясная и солнечная, и ничего не предвещало. Беды. Он снимал горную местность, попутно наслаждаясь отдыхом. Как вдруг его внимание привлек странный силуэт. Там мелькала фигура какого-то животного. Мужчина не сразу разобрал, что это. Отлетел ближе, он понял, что это маленький беззащитный. Щенок. Но как же он там оказался? Этот вопрос не давал мужчине покоя. Спустившись к щенку, мужчина забрал малыша с собой. С этого момента отдых мужчины закончился. Он сел в свою машину и повез щенка в ближайшую ветеринарную в клинику. Там щенка осмотрели и ветеринар вынес вердикт, что щенкам все в порядке, он был немного истощен, это было видно, по его выступающим костям. После осмотра мужчина забрал щенка себе. Он никогда не держал дома домашних животных, но помощь интернете и помощь друзей сделали свое дело. Теперь мужчина и его верный друг неразлучны. Мужчина назвал щенка Тедди. С того момента прошло уже шесть месяцев, а мужчина и щенок теперь путешествуют вместе. Удивительная история. Какое счастье, что мужчина оказался в том месте, в, в тот час, тем самым спас жизнь крошечному щенку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.